Всем привет! С вами Евгения Пислегина, ваш тургид по Африке на канале African Tour. В этом видео я расскажу вам о лучших экскурсиях одного дня на севере Занзибара. Чем же заняться на севере Занзибара? Итак, номер один. Север Занзибара подходит всем дайверам. Здесь множество дайвинг-центров и много замечательных мест для дайвинга. Если вы не дайвер, то вы можете просто отправиться на снорклинг-тур. Номер два. Посещение острова Мнемба. Это замечательная красивая экскурсия на частный остров Мнемба. Выйти вы на него не можете, но подъехать к нему на лодке можете довольно-таки близко. И поплавать в голубой лазурной воде, возможно, увидеть дельфинов, много экзотической рыбы, а также выйти на песчаный островок, который появляется во время отлива. Номер три. На севере Занзибара есть лагуна с морскими черепахами. Сюда вы можете отправиться самостоятельно, без тургида, и поплавать с морскими черепахами. Они довольно-таки дружелюбные. Номер четыре. Также на севере Занзибара есть лошадиная ферма. Вы можете взять экскурсию, вы можете прогуляться с лошадьми по белоснежному пляжу, посмотреть на лазурную воду на закате. Также с лошадкой можно искупаться. Это невероятный опыт. Всем рекомендую. Номер пять. Поездка на квадроциклах в африканскую деревню. Это замечательная экскурсия, поскольку она очень красивая. Вы проедетесь на квадроциклах по Занзибару через рисовые поля, пальмовую плантацию и попадете прямиком в настоящую африканскую деревню, где вас встретят детишки с песнями и танцами. Вы посмотрите, как они живут, посетите их дома, посмотрите, как они готовят и погрузитесь в быт местных жителей. Номер шесть. Эксклюзивная экскурсия на остров Тумбату. Это не массовый туризм. Эту экскурсию можно заказать только через собственников отелей, а, как правило, через собственников маленьких бутиков отелей. Поскольку эту экскурсию сложно организовать, чтобы попасть на остров Тумбату, нужно подготавливать специальные документы, нужно договариваться с местным шаманом. Чем интересен остров Тумбату? Здесь проживает шаман, и он может все вам рассказать о будущем. Этот остров очень необычный, поскольку белых людей там нет, туристов там нет. То есть многие местные жители в первый раз увидят белого человека. Также там очень много детей. Взрослые уезжают с острова и оставляют детей одни. То есть это остров детей. Вы можете увидеть тысячу детей. Когда они вас увидят, у них будет полный шок. Огромные глаза. Это очень интересный тур. Если вам удастся договориться, вы можете на него попасть. Итак, это были экскурсии на севере Занзибара. Если вы хотите узнать, что стоит посетить на юго-востоке и юго-западе Занзибара, подписывайтесь на мой канал. Также комментируйте, если у вас есть какие-то вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Всего доброго, до встречи!